Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как очистить хранилище этого телефона от всякого мусора и ненужных файлов. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в приложение «Мои файлы», которое по умолчанию предустановлено на все устройства Samsung. Здесь нам нужно найти пункт «Анализ хранилища» и нажимаем на него, после чего у нас снизу под анализом хранилища появляются вот такие вот файлы, которые можно удалить. У меня телефон абсолютно новый, абсолютно чистый, поэтому у меня здесь только корзина с галереи и одно неиспользуемое приложение. У вас здесь же могут быть предложены удалить фотки, дубликаты фотографий, дубликаты файлов, также файлы, которые занимают большое количество хранилища на диске, также неиспользуемые приложения. Мы удаляем все, что нам здесь предлагают, или не все, то есть вы уже здесь выбираете, что именно вы хотите удалить. То есть, к примеру, вот у меня есть, я могу это удалить, плюс я удаляю Facebook, бла-бла-бла, и таким образом я могу освободить огромное количество места на моем телефоне. Мы же на этом моменте будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!